Итак, друзья, день 28 апреля 2023 года подходит к концу. Закончилась квалификация. Я немножко поснимала. И, друзья, в интернете есть вся информация. Очень интересно. Я нашла ленту типа «Бегущий», где по минутам квалификации описаны все события. Кто как ехал, кто что ударил, кто как починил, вновь вернулся и так далее. И в результате места, которые получили пилоты для воскресной гонки. Сейчас я вам их зачитаю. Мы с Сендрой вышли погулять. Там гремит музыка. И как бы день завершен. Я думаю, что он был плодотворным. Мы постарались все вам осветить. Я, Чендлер, Оскар были на связи, были на балконе, бегали туда-сюда. Оскар не очень понравилось. А Чендлер был в восторге. Вот. Так что, друзья, давайте. Слава Богу, погода не подкачала. Был какой-то момент, я думала, ну все, туман. Откуда-то спустился ветер холодный. Но это было буквально какой-то промежуток небольшой времени. Пушкин тоже все смотрел. И, значит, вот. День прошел удачно. Спасибо за все, друзья. Короче, вечерняя тусовка тех, у кого не было билетов. Друзья, я все, знаете, предполагаю. То есть вы не думаете, что прям, да, это тусовка тех, кто, у кого не было билетов. Я предполагаю, просто люди хотят быть поближе к событиям. Не у всех была возможность, я думаю, купить билеты. Ну, по каким-то, например, соображениям. Например, я занята с мамой. У меня нет возможности выйти из дома надолго. Вот у меня такой вопрос. Вот интересно, нужно узнать. Например, я купила билет. Я могу с этим билетом выйти с территории формулы и потом снова зайти? Например, пойти погулять с Чендлером и вернуться. Могу ли я это сделать? Просто интересно. Или если я уже зашла, то уже все. Я должна тусоваться до последнего момента. Кто знает, скажите, пожалуйста. Надо еще посмотреть, какие исполнители приехали на формулу. Друзья, посмотрю, скажу вам. Все, пойдем дальше двигаться. Lovely dog. Песня называется Lost on You. Мы посмотрели в Шазаме. Вон кошечка бежит. Спешит на концерт.